Зарядное устройство для шуруповерта с такими характеристиками: 21 вольт, 90 вольт, 0,8 ампер. Вот этим блоком питания я зарядил аккумулятор гелиевый для скутера. Предназначается для зарядки литиевых вот таких 21 вольт. Это Makita, это не оригинал. Таким образом выглядела зарядка. Почему такие провода, вот эти вот тоненькие, у других нет просто. Так вот он заряжался, заряжался и заново зарядился. Все очень аккуратно делать. Я думал, что сгорит что-нибудь. Зарядка, например, нет, зарядилась, все нормально. Аккумулятор гелиевый, а этот... Эта зарядка предназначена для литий-ионных аккумуляторов. Такие дела.